Одним из экспонатов музея градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска является красный кирпич. Он напоминает о переломном моменте в строительстве Симбирска. Дело в том, что до 1864 года наш город был практически деревянный. Это видно на фотографии Антона Муренко. После августовского страшного пожара многие здания Симбирска сгорели дотла. Только после этого город стал застраиваться кирпичными зданиями. На севере города было выделено огромное место для производства красно-кирпичей. И в последнюю треть XIX века в Симбирске появляется немало архитектурных сооружений общественного значения из красного кирпича. Многие из них стоят до сих пор. Среди них здание духовного училища, сейчас это здание медфака. На музейном экспонате стоят две латинские буквы. Что они обозначают, пока это загадка. То ли это инициалы владельца, то ли заказчика. К сожалению, не найдены архивные записи, которые бы дали ответ на этот вопрос.